Здравствуйте, я Дамаза Валяни, художник-график, сюрреалист. Преподаю в институте имени Сальвадора Дали графику. Мне выпала честь быть членом жюри прекрасного конкурса, где участвует очень много талантливых людей. Давайте сейчас посмотрим, какие картины я выбрал в эту мою шестерку. Первая картина. Оксана Осипова. Эта картина исполнена очень душевно и очень интересно. Объясню почему. Персонаж три женщины. Три возрастных категории. Молодая, среднего возраста и немножко чуть старушка, но она немножко молодости пала, там с наушниками сидят. Все трое сидят в наушниках. Но посмотрите на лицах. Передается какая-то грусть, какая-то усталость. У нее там, у молодой немножко там какая-то улыбка, которая... Но сам сюжет передано идеально. Оксана, вы молодец. Давайте перейдем на вторую картинку. Мария Завадоцкая. Эта картина исполнена чисто академически, чисто академическими штрихами. Без пререканий. Смотрите, какой взгляд у модели, который нарисован. Взгляд, который о многом говорит. Смотрите, какими-то ухмыленными глазами, что он передает, что хочет сказать. Все передано идеально. Мария, вы молодец. Давайте посмотрим следующую. Денис Матвеевский. Мой респект, потому что Денис... Он профессионал. Вот такой сюжет нарисовать, это нелегко. Поверьте мне, как я тоже график, я просто знаю, как это все рисуется. Но здесь сюжет сам интересен. Фантастический сюжет создать, это нелегкое дело. Тем более так профессионально это исполнить тоже, это такое, заслуживает большое уважение. Посмотрите, какая детализация, все, перспектива, все как надо. И все хочется, что как будто еще продолжение будет, как будто какой-то кадр из фантастического фильма. Денис, браво. Давайте следующее. Алексей Сергеев. Ну, эта картина больше для, как мои картины, там, больше ближе ко мне, потому что когда смотришь на эту картину, хочется много-много-много думать, но не о реальном, а о каком-то втором измерении, где-то фантастический какой-то сюжет, как будто сзади кто-то что-то там делает, как будто летает или там ходит. Алексей, браво. И, наконец-то, самая для меня, вот, с моего вкуса, вот это самая лучшая картина. Но эта картина не нарисована, а сделана техникой выжигания. Ну, что мне здесь сказать? Это правда фантастика. Исполнение, визуализация. Ну, смотрите, все детально, идеально сделано. И когда вы смотрите, вы заходите в лес, где-то там теряетесь. Ну, с моего взгляда, по-моему, она для меня, оно это первое место. Я просто представляю, что оно будет, какая оно будет вживую, эта картина. Так что вот